Так вы же все понимаете то, что мы с вами в ловушке в этом гараже, и нам никак отсюда не выбраться. И кто вообще вот эти три мужика, которые с калашами на мотоциклах сюда приехали, а? Как нам выбраться отсюда? Главный бандит до сих пор присылает своих людей для патрулирования города. Они уже несколько лет пытаются нас с Мелким найти. Нам с Мелким срочно надо отсюда свалить. Ты же понимаешь, если бандиты нас ловят, то нам просто кранты. Нам надо найти бензин и отправиться обратно к машине времени. Мы не можем допустить того, чтобы нас ловили прямо сейчас. Тогда весь наш план провалится. Так, не паникуйте. Мелкий, план Б. Какой план Б? А чё ты нам ничего не сказал, что у вас план Б есть какой-то? Открывайте ворота и отвлекайте бандитов. Как я тебе это сделаю? Как мне бандитов-то сейчас отвлечь? Так они сразу стрелять начнут, у них же калаши. Не ной как баба, а? Открывай ворота давай. Ладно. Мелкий, стань сюда, сзади меня, иди сюда, стань. А мы с вами еще не знакомы, но я был бы не против завести новых друзей в этом городе. Да, Мелкий? Ой, что-то мне плохо как-то, Мелкий. Вирус, наверное, подхватил вот этот, 39-я волна, которого ходит до сих пор, да? Вы это не знаете, у вас есть в городе где-то ближайшая аптека? Нам бы маски надо купить. Ой, этот вирус сраный уже 10 лет. Нам еще долго их отвлекать тут. Болит, жопа, все болит. Мелкий, давай! Чё, давай, Мелкий, давай! Или ты не моему Мелкому, а Мелкий, давай! Это и был ваш план Б? Бандитам на голову маршрутку скинуть, что ли? Это ты, Мелкий, сделал? Вот вообще ни капельки не изменился. Как сейчас в детстве прыгаешь со вторых этажей, так и вот через 10 лет будешь прыгать только уже из деревьев огромных. Так, это и был ваш план? Нам надо срочно отсюда уходить. Скоро сюда придут еще бандиты. Нам нужно спрятаться в нашем убежище. Идите за нами. Выходи, Мелкий, выходи. Так у вас еще и убежище есть, оказывается. Я-то думал, что вы продолжаете жить в этом нашем доме, там где палатки. А вы где-то прячетесь, да, походу? Ага. Старый боксерский клуб. А ты какие молодцы. Давай, заходи, Мелкий. Хорошее место нашли, чтобы спрятаться. Давай, дверь закрываем. И, значит, нам сейчас нужно обсудить план. Аленка? Ты смотри, как вымахала-то бабка ёшка. Едрить ты, колотить, какие люди! А я-то думал, в этом городе, кроме вас двоих, никто даже не выжил спустя 10 лет. Аленка, бабуль, идите сюда, познакомьтесь с нашими гостями. Бабка ёшка, как ты карга старая! 10 лет прошло, ты такая же молодая, как и была, 140-летняя. Ни на капельку не изменилась. А ты, Аленка, посмотри, вымахала, татуировку себе сделала на правой руке. А ну повернись. Ты смотри, Мелкий, в 2 раза больше, чем ты ростом. А ты еще кто такой, черт бородатый, а? Такое ощущение, что я тебя где-то видела. Так ты меня и видела, бабулька, только 10 лет назад. Я — это он. Только 10 лет назад мы с
прошлого к вам сюда пришли, а мелкий это мелкий. Ты чё, Аленка, не помнишь? Ты же с ним мутила 10 лет назад, перед тем, как замутить с Ваней. А потом после Вани ты с мелким опять мутила, перед тем, как опять к Ване уйти. Ты ведь вы чё, не помните это? Ну да. Не каждый выдержит то, что кто-то к ним из прошлого вернулся. Так, ладно. Мелкий, ты-то чё в обморок упал? Вставай давай! План нужно срочно быстро решить. Нам нужен бензин, чтобы свалить с этого города. Ну, это будет немного сложно. Бензин есть только в одном месте в городе. На заброшенной заправке. Ну, так я знаю, где эта заправка находится. Мы сейчас туда пойдем, четвером, пару канистр бензина вот это возьмем, заправим нашу тарантайку, и мы смотаемся сюда обратно в прошлое, и все. Не все так просто. На заправке всегда ошиваются бандиты. Нужно незаметно прокрасться и украсть пару канистр бензина. Ну так этим мы сейчас с вами и займемся, потому что времени у нас нет. Нужно сразу сваливать с этого города. Подъем, ядрить, колотить, девульки! Мелкий, ты тоже твой страх вот это поднимай. Все, желаю вам вот это хорошо так дальше выглядеть, как бабулька выглядит. Бабуль, тебе 152 года, выглядишь лучше, чем Аленка, честное слово. Все, а вы все на улицу давайте выходите. Если мы сможем вот это изменить прошлое, то вы больше не будете жить в этом подвале. Если у нас, конечно, все получится. Давайте. На заправку. А у нас небольшая проблемка, да? А чё мне не сказали то, что мост-то обрушился здесь весь, а? Но, в принципе, а какая разница? Там же вот тропинка есть, поэтому как раз-таки через нее мы сейчас в обход со спины к этим бандюганам и зайдем. Главное, не шумите, чтобы они сразу нас не спалили. Давайте. Держи, мелкий, военный нож. Он тебе пригодится. А тебе пистолет с заглушителем. Он тебе тоже поможет. А вот это неплохо. А чё вы сразу не сказали, то что у вас цацки-то такие есть? А, ну вы тоже как бы свои луки, вот эти рогатки возьмите. На всякий случай, если нас сейчас бандюганы спалят, чтобы мы могли дать им отпор. Мелкий, мелкий, ты что? Ножик вот этот возьми, который я тебе из будущего дал, и пойди кокни того бандита. Только тихо к нему давай подкрадись и кокай. Давай, мой шпион недоделанный, со спины подходишь и... Давай! Настоящий ниндзя в памперсах, вот кто ты такой, вот этот мелкий. А сейчас все сюда за мной. Да у них тут реально база настоящая. Везде мотоциклы, еще три мотоцикла. Неплохо они здесь обустроились. Так, а сейчас дайте я их перекокаю. У меня же все же пистолет. Ну че, Васек, это... Когда там пятерочка открывается, не знаешь, что вроде уже как 10 лет назад обещал, а? А, ты не знаешь? А он знает, он мне... Слушай, хорошая вещь! А чё ты мне сразу не сказал? Пистолет такой мощный! Так, чё вы в проходе-то стоите? Давайте сюда заходите! И ищем бензин. Так, обыскивайте каждый ящик, каждый сундук. С4, взрывчатку нашел. Неплохо. Так, здесь пусто, здесь детонатор для взрывчатки, здесь коробка... А здесь снайперская винтовка, которую я, в принципе, тоже себе заберу. Слушай, здесь есть все, что не надо, но самого главного бензина нет. Ищите быстрее, у нас очень мало времени. Так, тогда вы давайте ищите бензин везде, здесь, где только можно. Пойдите вот туда, вот там поищите, я не знаю. На крайний случай высосите бензин из мотоцикла в канистры. Поищите где-то, а я поднимусь на крышу. Не зря же я сейчас снайперскую винтовку нашел. Если бандюганы придут, то я хотя бы их немного задержу. Давайте, опа, вот сюда.
Ага, а вот и подкрепление бандюганское. Ну, через вот эту вот дорогу они пройти точно не смогут, они сейчас пойдут через вот эту вот тропинку. А если я только что нашел кусок динамита, значит его можно использовать для того, чтобы подорвать парочку бандитских жоп. Сейчас осталось дождаться, чтобы они сюда пришли и... Бердак. Бензин ищите, давайте, не по коробкам прыгайте туда-сюда наружу, давайте идите и там ищите. А я подожду, пока они сюда придут, и детонатором пущу пару бандюганчиков на шашлычок. Давайте, давайте. Ближе, ближе. Еще немного, еще немножко ближе к этому камушку, который на земле валяется, и... Слушайте, мужики, а там есть еще пару кусочков вот этой взрывчатки? Она офигеть какая полезная оказывается! Ищите, давайте бензин, потому что я уверен, что это не последний ее пердый кокос! Бандиты, которые сюда пришли! Ищите вот это топливо! Вы же понимаете то, что вечно я их сдерживать не смогу же! А там еще бегут! На, собака! И тот, который там бежит, на! Я в Counter-Strike хорошо играю, и АВП это вообще мое любимое оружие! Хедшот, мазафака! На! Ну сколько мне тут еще отбиваться? Вы нашли бензин или нет? Да, нашли! Пора сваливать! Вот это уже отлично! На, собака! Давай, 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 быстро! Канистра, 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 три канистры! Вот это хорошо прям! А сейчас от них отбиваемся и... валим с этого города! Давайте, отстреливайтесь так, как только сможете! Убил еще одного! И еще вот этот там бежит по башке, на, и последний остался! На! А чё они все не кончаются, не кончаются, не кончаются, не кончаются? Чё их так много-то там этих бандюганов-то? На, по башке! Слушайте, у меня уже патроны кончаются, у меня вообще как бы одно сердечко. Я бы на самом деле лучше бы отсюда не высовывался. Надо сваливать. Мы здесь долго не продержимся, если они все так и будут приходить сюда и будут приходить. Уходите, мы их задержим сколько сможем. Да куда вы их задержите сколько сможете? Давайте... Вы вообще с нами поедете? Нельзя вам здесь оставаться, вас же кохнут здесь двоих. Ваше прошлое, наше будущее. От вас зависит наша жизнь. Уходите. Так, ладно, ладно, ладно. Мелкий, на мотоцикл. И сваливаем отсюда от греха подальше. Валим, заправляем машину и до свидания, будущее. Лучше бы мы сюда вообще не приезжали. Будущий я и будущий мелкий, вы тут держитесь. Мы прошлое исправим, и ничего этого больше не будет! Уезжай отсюда, хватит болтать, балбес! Мелкий, держи! Свалим обратно в прошлое и спасаем всех, кто сейчас заступается за нашу жизнь! А сейчас, мелкий, когда мы будем еще раз настраивать машину времени, давай мы все же укажем 22 сентября 2020 года. А то на 10 лет вперед как-то не очень хочется еще раз отправляться. Ага, перепрыгивай вот туда, иди лови мотоцикл. А то через вот это, яму эту, проехать мы с тобой точно никак не сможем. И разгончики, молодец! Этот гонщик недоделанный, ты меня забыл забрать, мелкий!